Это магия? Осторожно, прошу тебя. Если ищешь ночлег, обратись к Кираве, в таверне «Пчела и жало». Она найдет его. Не слушай, что болтает скульптор лиц в буйной фляге. Судя по тому, что мне рассказывали, это скорее меситель лиц. В городе есть аптека, да. Но это в самых нижних проходах. Так что если пойдешь туда, держи ухо востро. Глотнуть бы сейчас доброго меду. Сразу стало бы теплее и веселее. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Неуважение к закону, неуважение ко мне. Все в порядке? Чтобы без глупостей тут, ящерица. Когда же снова убивать имперцев? В чем дело, Органианин? В чем дело? Даже не думай. Если хочешь выпить, ступай в пчелу и жало. Но держись подальше от буйной фляги. Что тебе нужно? И еще дальше от крысиной нары. Лучшее нападение — это хорошая защита, правда? Я весьма уважаю школу восстановления. Скайриму нужны целители как никогда. Можно сказать, крысиная нора — это город под городом. Мрачный, опасный, приличным людям там не место. Рифтен находится под моей защитой, так что без глупостей. А?